просто Кочинюк на мое видео «Я многоранен» ответила: «Я люблю вас». Я ответил: «Обнимаю». Знаете, подобные посылы, вообще-то, вот если разобраться, это не значит, что я там не чувствую, то когда идет, вот смотрите, чтобы было ясно и понятно, вот человек сказал: «Я люблю вас», и сделал посыл. Я ответил: «Я вас обнимаю». И вроде бы вот сразу же поменялось настроение у меня. Это интересные вещи. Вы замечаете за собой, какие тонкие изменения у вас происходят. И вначале они будут тонкие, едва заметны, но потом они будут очень-очень явственны. Вы это ощутите очень хорошо. То есть вот мы теперь, знаете, эра интернета, компьютеров знаем очень хорошо. Мы набираем тот или иной адрес и попадаем там по ссылке или еще куда-то на тот сайт, но на то место, которое указано. Так вот, когда человек обращается, это еще более лучший интернет, мысленно обращается ко мне, сразу же я адресат. Более того, я могу какой-то там фантом рядом стать, рядом с ней. Уже меня вызвали, понимаете? И если любят, пожалуйста, любят, значит, фантом мы там и передали, энергетику любви. Если я ответил, значит, я вызвал эту розу, или так она. То есть все это передается, все это работает. И поэтому тут сразу же возникает вопрос, как бы сказать, как действует в интернете. В интернете, как и во всем вот этом вот мире, вот в этом вот пространстве, надо действовать очень осторожно. Любое наше, особенно мыслительный посыл, может аукнуться для нас самих и вообще для всего мироздания очень плохими последствиями и действиями, которые, как бы сказать, процесс запустится. Знаете, достаточно маленького там, допустим, ветерка, который там приведет в движение то, что уже созрело к этому. И мы невольно станем участником какого-то там такого действия, за которое потом придется отвечать. Поэтому, вот говоря про обиду и про другие вещи, о которых я рассказываю здесь, не надо вот там, знаете, как там бывает, ты там такой сякой, плохой там, чудаковатый и прочее. То есть не посылайте на другого человека негатив. Да, он вам не понравился, но не понравился просто, значит, этот человек находится на своем уровне развития. Нам, допустим, лягушка не нравится, пиявка не нравится, нам не нравятся там, допустим, блохи, тараканы или еще что-то там такое, слизняки. Но это не значит, что это ненормально. Просто они находятся на своем уровне развития. Все. И если они вам, ну, будем говорить, не нужны, чтобы не возбуждать этот негатив, не ходите туда, не заходите туда, на те, грубо говоря, сайты, где имеются такие вещи, рассказывающие, грубо говоря, там, про пиявки, слизняки и так далее, и так далее. Или вам не нравится эта информация, или вам не нравится этот человек, вы к этому еще не готовы, понимаете, чтобы тоже пиявку принять, тоже комара принять, чтобы еще кого-то принять. Вы, я думаю, понимаете, о чем я говорю. Но, не понимая этого, вы посылаете туда негатив. Раз вы послали туда негатив, значит, этот негатив должен сработать. Должен сработать на этом человеке. Если он не сработает на этом человеке, он вернется к вам. Либо вы установите вот эту связь по раздражению, по, ну, будет любое вот, лишь бы внимание, этот человек вас привлек по-хорошему или по-плохому, вы уже с ним устанавливаете связь. И эта связь начинает работать помимо вашего желания. Вы вот такой сякой, о, там, братан, ты такой сякой, там, та-та-та-та, бах, и вроде бы забыл. Нет. Ты уже установил с ним связь. Уже часть твоей энергии туда потекло. Зачем ты вот своим негативом отдаешь эту энергию?
Поэтому очень осторожно, не ходите по этим там сайтам, не лазите, не смотрите. Потому что ваше внимание это на чем вы зациклили свое внимание, значит, туда вы отдали часть своей энергии. И в результате вот эти вот энергия, та самая мощная, самая, так сказать, конструктивная, которая строит ваши поля, ваши, руководит вашими жизненными процессами, она по этим ниточкам раз-раз-раз растеклась. И более того, туда пошла, раз это негатив, значит, он, согласно принципу магнита, притягивает такую же энергию на вас, набрасывает и так далее. В результате у вас идет ухудшение здоровья, ухудшение жизненной ситуации, ухудшение, допустим, по судьбе идет, по семейным отношениям и по прочим. Вот это я давно хотел вам рассказать, но просто как-то неясно сформулирован был вопрос. Будьте в интернете очень осторожны. И лучше высказаться более положительно, чтобы это к вам вернулось, нежели бросить что-то отрицательное, которое по закону магнето, вернее магнито, магнето это несколько иное, вернется к вам. Более того, оно еще там насобирает еще что-то, и вас окутает вот такая вот будет энергетическая составляющая, которая вас блокирует от хорошего, от благоприятного, что вообще может быть в вашей судьбе. То есть вы сами отгородитесь от этого вот такими вот вещами. Будьте доброжелательны в интернете и в пространстве вообще. Чтобы с вами не случилось еще худшего, что до этого было. Я люблю вас и обнимаю вас. Вот всех, кто вот посмотрит вот это видео, вы почувствуете мой посыл. Я люблю и обнимаю вас. И от себя посылаю нечто благостное. Что вы ощутите, как я сейчас. Так.